Давай, ты первая, если давай, нормально ты. Все будет, да. Я тоже пойду. Тут ага. Как? А ты там? У тебя все равно, да, там уже пятна. Осторожно. В этом году у меня 20 лет, как я живу в Москве. Я здесь каждый раз как турист. Ну, это вообще деревня просто. Мы из Раменского. А я из Бутова. Нет, я из-за Бутова. Сань, давай. Опа, перчаточки. Что у нас там? Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Мы делаем кофе. На бульваре. Вон товарищ Пушкин у нас там. Закроем. Опа, красота какая. Первый Макдональдс России и Советского Союза. И последний. Там. Ну, не последний, но Туран, первый. Маш, на качелях хотела бы кататься. Что ты меня палишь, Сань? Я не катаюсь на качелях, я взрослый человек. Хорошо, я запомню. Кошмар. Нет, какие качели? Это видео теперь никуда не выложить. Здесь алкоголизм, и качели. Разврат и качели. В каком моменте был разврат? Будет сейчас. Не было еще, будет. Сейчас сделаем. Сейчас надо найти место для разврата. Пойдем. Да, судя по тому, что сделал Саня, это коньяк с кофе, а не кофе с коньяком. Никогда не просите Саню добавлять коньяк в кофе. Или наоборот, понятно. Простите. Ну, смотря чего вы хотите. Да. Сань, скажи еще раз. Скажи главное правило. Никогда не оставляй пустую бутылку на столе. Никогда.